Здравствуйте, ребята! Вы на канале Маргоса и Игрушки. И сегодня я буду говорить вам, что это у меня. Веточка? Нет, это не веточка. Вы не угадали. Это у меня такая гусеница. Она может превращаться в веточки. Она вот держится за вот эту сливу. Она может... Огням с ягодами. Я прям... подумала, что это палочка, а это гусеница. Я так испугалась. Я прям не узнала, что это гусеница, потому что я не видела ее лап. Просто я испугалась, закричала, что это кто это. Я подумала, что это змея с лап. Если вы найдете такую гусеницу на даче, то тогда... Акробатка. Принесите ее домой. И зачем она дома? Не надо нам. Мы ее выпустим завтра. Ай. Где ее баночка? Ну, это гусеница. Она прям не шевелится. Угу. Почему-то. Она не ползет. Смотри. Она хоп, схватилась и держится. Вот какие у нее лапы цыпкие. Цыпкие? Угу. Сразу раз ты в руки ее взяла, она хоп такая замерла, как палка. Боитесь гусениц? Только я, честно, боюсь таких колючих гусениц. Вот если вы боитесь гусениц, то тогда без гусеницы летает... отличается от всех гусениц, потому что она похожа на веточку. А все гусеницы, они похожи на листики, на землю, есть еще виноградные. А есть такие, вы боитесь гусениц, тогда пишите в комментариях и ставьте лайки. И сейчас я буду показывать. Все, давай купай. А это что, ее длинные глаза? Смотри, мы ее вот увеличим, смотри. Ух ты! Прикольно. Мы ее подсветим. Смотри. Вау! Смотри, мы увидели ее. Да за ее вижу ее глаза. Ее носки. Она прям встала, мам! Встала. Мам, можно покажу ребятам? Можно? О, смотри. Ну, можно ребятам? Кого? Сейчас ее. Какие прикольные капельки. Это листик вот так блестит, представляешь? Как не настоящий. Это у нас цветочек такой. Да. Притворяется палка. Вот, смотрите, теперь она похожа на палку. Смотрите. Она... О, какой у нее прикольный узор! Как у змеи! Знаешь, что у меня кадр не ловится? И сейчас это гусеница.